Что ни день, то праздник. Благотворительная акция или концерт. Жители Нефтеюганска решили совместить развлечение с добрым делом. Ровно месяц назад здесь запустили марафон жизни для Ульяны Александровой. У девочки сложное генетическое заболевание – спинальная мышечная атрофия второго типа. Для лечения нужен всего один укол. Поставить его нужно, пока малышке не исполнилось 2 года. Осложняет ситуацию высокая стоимость лекарства – 187 миллионов рублей. Чтобы собрать необходимую сумму, накануне в Нефтеюганске организовали ярмарку. Жители города могли взять на импровизированной витрине игрушки, карнавальные костюмы или даже роликовые коньки и оставить в кассе пожертвования. Внимание нефтеюганцев привлекли аниматоры. Маша и Медведь развлекали юных горожан и их родителей. Сколько денег соберется в этот день, столько и отдается Ульяне. В больших количествах у нас просто разбирают игрушки. Дети просто активно налетели, много разобрали. Вот в основном дети. Дети наши постоянные покупатели на сегодня.